запел гудок заводской. До сегодняшнего дня, то есть с 1 июля 1933 года по 1 июля 2013 года он пел 29 220 раз каждое утро, оповещая о начале рабочего дня. Спроси любого, каждого из нас заводским гудком связывает многое. Это и символ рабочего дня, и ориентир во времени, и будильник. Вот, например, для меня будильник прозвенел в первые минуты моей жизни. А вот какие ассоциации возникают у работников СМПО, когда они слышат заводской гудок? Ну, радость какая-то, что завод работает, что все хорошо будет. Пора проснуться на работу, идти. Какое-то стремление, какое-то желание, прежде всего, идти на работу, отдать часть своего какого-то, частицу своего туда, да, внести вклад. У меня вот сын сначала такой говорит: мама, это тебе предупреждение, что на завод надо подниматься. Пора на работу. Пора на работу? Пора на работу, это точно. Пора вставать. Самые добрые, самые родные, это здорово. Вообще, люблю завод, люблю работу свою. На работу пора. Прямо восторг. На работу пора. Радость в душе, настроение бодрое. Пора на работу. Что надо уже собираться на работу и ребенка в садик одевать. Спать охота, он гудит. Завод, утро, новый день. Сегодня у заводского гудка особая юбилейная мелодия в СМПО 80. И как всегда, на всех проходных в СМПО в день рождения создана праздничная атмосфера. Проходных в СМПО узнаем от моих коллег. Я передаю слово Марине Семеновой на площадку Б. Звуки музыки разносились далеко за пределами площадки Б. Девушки танцевального коллектива «Остров танца», Центра культуры, досуга и кино заряжали своим позитивом всех без исключения заводчан. Они с удовольствием делились эмоциями и юбилейными праздничными пожеланиями. Что пожелаете заводу? Счастья, успехов, всем здоровья. Всего самого хорошего, чтобы была работа для нас и для завода. Процветание, хорошую зарплату для рабочих. Всем людям здоровья, счастья, ну и всего-всего. Долголетие, наверное. Процветания и новых рабочих мест. Заводу я хочу пожелать, во-первых, свежих новых сил, труда высокого, ну и всех благ. Все, чем славится завод сегодня, создавалось десятилетиями простыми тружениками. Заводчане – народ особый. Даже в звучании простого заводского гудка каждый слышит свою мелодию. И всегда для меня это то, что дает стабильность. Дает уверенность в завтрашнем дне. Ну, конечно, вот мы сегодня горды, что нам столько лет. И вообще, знаете, уважение испытываешь от того, что работаешь на такой мощи, на такой силе. Призыв на работу, что все люди идут работать, зарабатывать деньги. Ну, это, во-первых, работа для меня, для моих близких, но также для детей. Учеба, это все платное, то есть для нас все завод. С хорошим настроением, потому что работаем с людьми в коллективе. Вот это и значит заводской гудок. Это все. В жизни каждого из нас много дорог. Хочется верить, что для всех, кто выбрал заводскую проходную, рабочая смена не просто время, проведенное в цехе или отделе. Это одно большое дело, которое продолжает нынешнее поколение и которое оно передаст идущим следом. У
Ну что ж, вот такое веселое настроение у нас царило на проходной площадке «Б». А сейчас слово Ольге Шапкиной. Здравствуйте, здесь у нас на Восточной проходной тоже довольно оживленно, шумно и весело. Кричалки, духовой оркестр. Кстати, в СМПО тоже можно сравнить с оркестром. Мы выпускаем трубы, у нас есть диски, а оборудование и инструменты в умелых руках выдают такую титановую симфонию, которой прислушался весь мир. На электронном табло 1 июля, а это значит, что пошел отчет 81-го года нашего предприятия. Титанового гиганта с мировым именем. Но вряд ли именно эта торжественная мысль объединяла всех, кто в это утро пересекал проходную Восточную. Заботы заводчан были будничными. Одни спешили дать производственное задание, как начальник 32-го цеха. Извиняюсь, тороплюсь. Другие досыпали на ходу. Третьи бежали, чтобы не опоздать на работу. Эта юбилейная суета даже напугала дружелюбного пса, по привычке провожавшего хозяина до проходной. Но, скажем честно, Шарикова музыкальная миссия, отведенная Центру культуры, была выполнена. Звучал оркестр под управлением Станислава Панкратова. Ростовые куклы танцевали и припрыгивали. Бросали слоганы «Теруслята», вставшие в этот день даже в 6 утра. Ты сила победы, мечты, полет, земле, родной завод! Люди улыбались, приободрялись и даже старались сохранить радостные мгновения в памяти телефонов. Ведь такая встреча на проходных бывает раз в году, в отличие от заводского гудка, ежедневно пролетающего над Салдой в 7 утра. Какие ассоциации у вас вызывает заводской гудок? Привычка идти на работу. Ну, например, поспать бы. Ну и как бы надо. Привыкли уже, скоро для меня последний прозвенит, увы. В этой жизни, опять же, можно сказать. Да я родился, он гудел. Наверное, помру, он будет гудеть. Это хорошо, он меня трудиться зовет. Всегда просыпаюсь до гудка. Но когда звучит гудок, какое-то состояние такое, что все-таки пора уже на работу. А на работу я всегда иду как на праздник. Очень приятные, потому что это традиция, я уже много лет отработала на заводе, мне приятно. Так объединяет на протяжении нескольких десятилетий заводской гудок поколения заводчан, чьим трудом приумножаются успехи предприятия, что пожелают себе и другим работники ВСМПО в юбилейную дату. Хороших сотрудников, умных. Процветания и хорошей зарплаты всем работникам, не только руководству. Успехов всем работникам ВСМПО, хорошего заработка и всегда с радостью приходить на работу. Счастья, здоровья, производственных успехов. Уверенности в будущем. Я желаю всем работникам, конечно, здоровья, нашему предприятию процветания дальнейшего. Чтобы ему было 80 лет, это еще юность для завода. Чтобы еще 100 или 200 лет процветал и все. И всему коллективу большому всего самого хорошего. Пусть хорошее настроение будет не только в день рождения завода. Пусть улыбка на лице даже утром в понедельник станет явлением привычным. Пусть работа будет жаркой, а цех прохладным. Пусть радуют цифры в талоне. Пусть все сложится так, как и пожелали в день рождения родного завода «Салдинцы».